Алексей. Добрый день. Здравствуй, Денис. С наступающим вас Новым годом. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось поймать 14 хвостов форели и занять первое место на нашем дружеском турнире в Савельево 2. На что клевала форелька? Клевала, как обычно, большую активность проявляла на запуске. Дальше форель рассредоточилась по водоему. Приходилось менять наживки. Поработала резина, случайно купил в савельевском магазине и оказалась удачной. На нее поймано несколько хвостов было. Был очень действительно обильный большой запуск. Без рыбы не остался никто. Клевало реально очень сильно. Вот можете посмотреть следы вот этого ловли рыбы. Навеска хорошая, все рыбки больше килограмма. Вот. С 14 хвостами занял первое место, за что получил от Савельева. Вот такой вот ледобор. 150. Да, поймал еще одну форельку с ленточкой. Это призовая форелька, за которую от Савельева получил приз 3000 рублей. И еще умудрился выиграть в лотерею, которая проводится каждые выходные. Рыбацкие принадлежности. Ну, отдал ты их нашей юной помощнице. Ну, да, девочке их отдал, которая у нас проводила лотерею. Спасибо большое. Ну, Алексей, поздравляю тебя с первым местом. Ну, а тебя с наступающим Новым годом. До встречи в Новом году. С наступающим Новым годом. Спасибо, Денис. Вас также с наступающим Новым годом. Всех наших зрителей с наступающим Новым годом. А Савельево процветания, побольше клиентов и хороших уловов. Спасибо большое.